Новогодние приключения Маши и Никиты или 12 стульев на новый лад. Друзья, 18.00, время московское, 21 декабря на календаре. И мы, наконец-то, начинаем финал нашего супер-новогоднего шоу «Новогодние приключения Маши и Никиты», кстати, мы в студии. Ну и, конечно же, 12 стульев на новый лад. Ура, товарищи! И прямо сейчас, начиная с 18.00, мы здесь, в этой студии, определим, кто же станет обладателем потрясающих призов от мебель-парка и, конечно же, обладателем 7-го айфона. Конечно же, будут помогать и следить за этим, чтобы все было ровно, замечательно, красиво и чинно представители мебель-парка. Абсолютно очаровательные представители мебель-парка сейчас у нас в студии. Это директор мебель-парка Елена Кузнецова, коммерческий директор. Леночка, здравствуйте. Здравствуйте. И, конечно же, Татьяна Амелина, руководитель отдела рекламы. Девушки, вам слово. Добрый вечер. Добрый вечер. Настроение у нас отличное, потому что сегодня долгожданный момент, которого мы так ждали, будет. О, да. Мы будем дарить призы, поэтому и у нас настроение отличное, и мы надеемся, что у наших финалистов сейчас поднимется настроение, а кто-то станет счастливым человеком. Да. Желаю удачи всем нашим финалистам, потому что буквально каждый достоин 7-го айфона. Друзья, ну что ж, мы готовы начинать. Прямо сейчас заходите на сайт страна.фм и подключайтесь к телевидению, раздел, где можно все это посмотреть. А также можно скачать приложение «Страна.фм» для любого мобильного гаджета, открыть это приложение и увидеть, что же сейчас будет происходить в нашей студии. Напомним, давай, что будет происходить? Слушай, я видела сейчас финалистов, они все разряженные, очень наряженные, в смысле, красивые. Я надеюсь, что мы их разрядим немножко энергетически. Волнуются. Друзья, поддержите нас, включайте, мы будем стулья разрезать, доставать оттуда подарки, в общем, все в трепете, так сказать. Да, друзья, двое финалистов уже находятся за дверями нашей студии, телерадиоканала «Страна.фм» уже ждут, потеют у них ладошки, но скоро они сюда зайдут, соберутся и выиграют призы. Обогащающее шоу «Новогодние приключения Маши и Никиты» или «12 стульев на новый лад» только на «Стране.фм». «Страна.фм». Так особенно сегодня чувства кипят, да говорят, а я не вижу их. Так особенно сегодня люди шалят, да говорят, а я не вижу их. Так особенно сегодня звезды горят, да говорят, а я не вижу их. Ведь эндорфины пошли, фантазия пошли. Я что ли чувствами залит, что глаза мозолю? Эндорфины пошли, фантазия пошли. Золотом лита. Что глаза мозолю, оказалось, вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Кружит, кружит. Оу, как же. Go!
«Новогодние приключения Маши и Никиты» или «12 стульев на новый лад». Дорогие друзья, итак, мы начинаем. У нас в студии уже находятся двое первых игроков. А я напомню вам, как проходил вообще, в принципе, розыгрыш. Мы с Машей Покровской прятались в мебельном центре «Мебель Парк». Мы прятались в одной из локаций. К нам вели, естественно, 12 стульев, которые были расставлены по всему третьему этажу во всех корпусах «Мебель Парка». Конечно же, была видеоподсказка, которая выкладывалась в Инстаграме как «Мебель Парка», так же и в Инстаграме «Страна FM». И, конечно же, в прямом эфире ведущие называли пароль, который надо было услышать, назвать, ну, конечно, найти и назвать нам. Именно так. Итак, первые у нас играют вместе с нами. Замечательный Айрат и, конечно же, Максимилиан. Максимилиан нашла нас первой. Так что ей особенные аплодисменты, друзья. Максимилиан вообще молодец, умничка. Отвоевала первое место. Максимилиан, прямо сейчас у тебя есть задача выбрать стул. Какой-то счастливый, в котором окажется что-то. Смотри, здесь 12 стульев находятся. Да, под обивкой каждого из них находится сертификат на получение ценного приза. Да. Среди этих 12 сертификатов находятся 4 сертификата на 7 iPhone. Да. Потираем ручки. Выбирай один из этих стульев. Первый красный. Вот этот. Да. Барабанная дробь. Подходи сюда, пожалуйста, быстрее. Итак, я делаю надрез в обивке этого стула. Итак, давай раздирай быстрее. Что же там такое? Давай, рви. Вот так, можете отлично, помочь, отлично. Так, что сейчас же внутри дальше? Стулья крепкие попались. Вот так, и так, сертификат достает Максимилиана. Какие эмоции на ее лице. Давай, я помогаю. Итак, достала сертификат. Что же там? Что это говорит? Седьмой iPhone, друзья, самый первый приз. Проходи, пожалуйста, к нам за стол. Айрат, пожалуйста, подходи выбирай сюда, один выбирай один из 12 стульев. Поздравляю, спасибо. Голубой крайний, вот этот. Да, вот этот. Так, итак, ребят, внимание, еще один стул. Никакого мошенничества, я разрезаю обивку стула. Итак, Айрат, прошу, раздирай этот стул, вот так, отлично. Доставай сертификат. Так. Такие звуки в студии. И что же это такое? Подарок на этом... Написано на этом сертификате подарок. Итак, Айрат, проходи, пожалуйста, за стол. Сейчас у нас будет происходить торжественное награждение наших победителей. Друзья, с вас несколько слов, пожалуйста, о том, что вы чувствуете сейчас вообще в этот момент. Максимилиана. Спасибо всем большое, Мебель Парк. Спасибо за прекрасный розыгрыш «Страна FM». Это круто, я счастлива, ура! Обладатель 7-го айфона. Поздравляем, Айрат, пару слов с вас. Спасибо большое. Спасибо. Прекрасное шоу, буря эмоций, настроение супер. Спасибо большое огромное. Всем итак, поступаем. Награждение Айрата. Что же получает Айрат? Мужской подарок. Очень нужная вещь. Мужской подарок. Что какой? Это? Что это такое? Ну, интересно же. И что это такое? Это потрясающая подставка под бутылки. Новый год у Айрата случился. Друзья, прямо сейчас... Прямо сейчас. Да, давай покажем айфон, чтобы мы не обманывали людей. Покажи айфон, действительно. Прям вот на вот этом камере. Вот он, седьмой айфон. Друзья, ну что ж, прямо сейчас подарки нашим победителям первым двум вручены. Ну и мы ждем в нашу студию следующих претендентов на замечательный приз от Мебель Парк «Страна FM». Уже очень скоро мы разыграем еще два комплекта подарков. Оставайтесь с нами. Подключайтесь. Чувственно-обогащающее шоу «Новогодние приключения Маши и Никиты» или 12 стульев на новый лад. Только на «Стране FM». «Страна FM». Одновременно радостно. И почему ты грустно? Наверное, потому что все это мое чувство. Одновременно.
вопрос. Почему мне стало не хватать тебя? Я думал, это не всерьез. А теперь я не могу прожить и дня. Это перегруз, это передоз. Ну почему? Переключиться совсем не могу. Просто тону, иду я ко дну. Хочу лишь тебя, я одну. Ну почему? Наверное, потому что, наверное, потому что все это мое чувство. Одновременно радостно и почему-то грустно. Наверное, потому что все это мое чувство. Одновременно радостно и почему-то грустно. Почему не могу избавиться от мыслей о тебе? Почему мне так понравилось, ударила любовь по голове? А почему не могу расслабиться и просто танцевать? Почему так получается? Я так люблю, хочу тебе сказать. Новогодние приключения Маши и Никиты или 12 стульев на новый лад. Ну что ж, друзья, в студии телерадиоканала «Страна ФМ» Маш Покровская, Никита Некрасов. Это финал игры «Новогодние приключения Маши и Никиты и 12 стульев на новый лад». Какое шикарное название. Мы ее проводим совместно с «Мебель Парком» в Румянцево. Прямая видеотрансляция уже идет на «Триколоре», 742-я кнопка, а также на нашем сайте «Страна.фм» в любых приложениях «Страна ФМ». И я напоминаю, что осталось в студии 10 невскрытых стульев. Ну и, собственно, два следующих финалиста. Вероника нашла нас третий. Привет. И Владимир четвертым нашел нас, и прямо сейчас, ребята, мы предоставляем вам возможность вскрыть. А я хочу напомнить, вскрыть, что в декабрьские стулья. Выходные, это были первые выходные, Владимир и Вероника нашли нас в Мебель Парке, назвали актуальный пароль, естественно, смотрели все видеоподсказки, смотрели? Все подсказки. Молодцы, вот смотрели. И в Инстаграме? Если бы вы сказали, что не смотрели, тогда бы я не дал вам стулья выбирать, конечно же. Но! Конечно, вы видели все. И поэтому сейчас я достаю вот этот вот нож. Вероника, какой Вероника стул ты выбираешь? Вероника под номером 3. Вероника выбирает стул. Называй, какой я буду резать. Я так. Хочу фиолетовый. Фиолетовый, вот ага. Итак, я разрезаю стул. Я держу за тебя пальчики. Вот так вот разрезаю. Вероника, рви! Итак, давай! Что же там? Так, она разрывает давай, его, разрывай! Этот стул просто да, шикарно давай, абсолютно. В стульях еще есть 3 айфона, друзья, и много подарков от Мебель Парка. И что же это такое? Подарок! Это подарок от Мебель Парка. Проходи, пожалуйста, к столу. Так, итак, я сюда приглашаю Владимира. Владимир. Давайте Владимир. По-мужски итак, разорвите стул. Какой стул? Мужской надо какой-то выбрать. Мужской стул. Я синий. Синий, синий. Цвет ВДВ. Да. Пусть, голубой. Пусть будет, да. Отлично. Самый мужской цвет. Хорошо. Итак, надрезаем обшивку. Вот так. Владимир, давай. Давай, рви. Сильнее, сильнее. Что же там? Что же там такое? Говори. Подарок. Подарок. Действительно, Владимиру достается подарок от Мебель Парка. Проходите, пожалуйста, за стол. Ну что ж, прямо сейчас, друзья, у вас есть возможность перед вручением сказать несколько слов о том, как вам вообще вся эта акция, что вы чувствовали, привет, как вы. Можно. Да, привет, мама. Кстати, моя маме привет передать вполне можно. Вообще незабываемая акция, море впечатлений. Спасибо Мебель Парку, спасибо Страна ФМ. Мы вас всегда слушаем, будем слушать. Наше любимое радио. Спасибо, Вероника, большое. Спасибо вам. Кстати, хочу отметить, Вероника у нас 2 выходных провела в Мебель Парке. Да, Татьяна, точно. Получилось выиграть. Поскольку рекламный директор Татьяна Амелина Мебель Парк была с нами все эти дни, она знает все подробно. Всех в лицо. Владимир, с вас слово. Тоже масса позитивных эмоций, на самом деле. И вот даже с момента, так скажем, визита в Мебель Парк и до сегодняшнего дня все очень бодро и как-то вот на повышенных таких вот уровне эмоциональном. То есть новогоднее настроение после этой замечательной акции. Давайте же узнаем, что за подарки получили наши победители. Итак, для Вероники. Для Вероники передаем пакет Вероники. Что же вам досталось? Что же Веронике досталось? Давайте смотреть, барабанная дробь, друзья. И это прекрасно. Нет, это ковер ручной работы. Это ковер ручной работы. Куда его можно постелить? Я вот такой на себе носила. Здесь еще масса приятных мелочей, да. Подарки из наших магазинов, из нашего центра. Это чтобы сладкая жизнь была. Давайте посмотрим, что Владимиру достается. Владимир.
Что же там внутри? Там какой-то прибор. Ой, по-моему, это прибор ночного видения. Эхолот. Это шикарные часы. Это шикарные. Какие фантастические часы. Они запакованы, но они винтажные, ребят, очень красивые. Ну что ж, ребята, мы вас поздравляем. Мы ждем наших следующих участников. Стульев остается все меньше, но шансы на айфоны еще есть, потому что еще и 3 айфона не разыграны, друзья. Присоединяйтесь, оставайтесь с нами. Общественно обогащающее шоу «Новогодние приключения Маши и Никиты» или «12 стульев на новый лад» только на стране FM. Новогодняя страна FM. Снег идет, скоро Новый год, скоро Новый год. Все куда-то так бегут в этом городе, их кто-то ждет. Мне немного грустно, как, впрочем, каждый год. Но как красиво на дворе, посмотри, народ. Зимние улицы, снег так блестит. Скоро все сбудется, Новый год спешит. Шампанского прикуплю слегка. В городе никто не спит, наряжаются ради праздника. Поздравления по ТВ и по радио. Остается 5 минут, все так ждут его. Зимние улицы, снег так блестит. Скоро все сбудется, Новый год спешит. Снежинки тают на глазах. Хочу согреться в твоих ласковых руках. Уже 12, но все только начинается. Ведь Новый год, мечты сбываются. Мечты сбываются! Новогодние приключения Маши и Никиты или 12 стульев на новый лад. Дорогие наши телеслушатели и радиозрители, это финал! Финал нашей новогодней акции «12 стульев на новый лад» или «Приключения Маши и Никиты». Здесь, в студии телерадиоканала «Страна-ФМ», мы проводим розыгрыш 7-го айфона и прекрасных призов от «Мебель-парка». И у нас уже здесь находятся 2 финалиста, которых вы можете увидеть на «Триколоре», 742-я кнопка, в любом приложении для мобильного гаджета «Страна-ФМ», ну и, конечно, на сайте «Страна.ФМ» в разделе «ТВ». Итак, эти говори, а я тут пообнимаюсь с мальчиками. Финалисты Кирилл и Иван. Очаровательные мужчины просто у нас в студии. Да. Ребята, вы знаете, у нас стульев все меньше остается, но айфонов там 3 в стульях, понимаете? Только 1 разыграли, так что у вас очень большой шанс, очень вероятный. Мы желаем вам удачи. Давайте начнем с... Так, кто был первым у нас? Так. Кирилл был первым. Кирилл пианист наш. Итак, дорогой Кирилл. Кирилл, да. Выбирай стул. Я беру вот этот нож. Твоя задача выбрать стул, а я буду надрезать сиденье этого Хорошо. Стула. Хорошо. Выбирай. Я хочу вот этот.
Вот этот зелененький, да. Красивенький, прекрасный зеленый стул. Итак, я надрезаю, ты разрываешь подкладку и рассказываешь, что же там внутри. Надрезаю. Итак, какие же впечатления на лице Кирилла? Давайте посмотрим, посмотрим. Ну, Кирилл пианист, Кирилл, ему проще напряжен, стулья разрывать, напряжен, собственно. Напряжен, достает сертификаты. Что же там такое? iPhone! Кирилл, да, проходи, проходи, пожалуйста. Подождите, еще не все. Очередь Ивана. Иван, Ванечка, прошу. Вот у вас счастливое число, шестое. Оно должно вам помочь. Какой стул выбираешь, Вань? Я красненький. Красненький. Итак, я делаю Кирилл надрез. Радуется. Я делаю надрез, а ты разрываешь подкладку. Ты готов? Делаю надрез. Вот такой вот. Открывай, что ж там есть? Ну-ка, давай, рви, рви, рви. О, Иван напряжен очень, не может достать сертификат. Что же там, седьмой айфон, либо подарок от Мебель Парка? Что там? Подарок от Мебель Парка! Отлично! Ребят, вот мы с вами сейчас уже знаем, какие вы призы получили, а там стоят люди и волнуются все наши остальные участники. Они стоят, волнуются и смотрят нас по телеку. Давайте им помашем, передадим привет. Ребята, удачи вам! И, кстати, остальные участники, вы пока можете выбирать из этих стульев, какой же достанется вам. И вот интересно, достанется он вам или нет, и будет там седьмой айфон или нет. Итак, Кирилл получает прямо сейчас от наших замечательных представителей Мебель Парка. Да, седьмой айфон, друзья! Давайте мы посмотрим. Давай. Вы его уже получили, Да, мы сейчас посмотрим. Да. Тут, где он? Нет айфона. Тут он. Вот, седьмой айфон, браво! Итак, подарок Ване. Так, что ж там такое? Что же там такое, Иван? Что ж такое? Нет, это полка в виде книги. Это шкатулка. Шкатулка потрясающая в виде книги. Я такую присмотрела себе в Мебель Парке, тоже хочу. Ну что ж, ребята, с вас ответственное слово. Кирилл. Спасибо вам за эту возможность. Это вот Мебель ты получил парк. Айфон и говоришь, да, спасибо, вот это возможность. Что это невероятное что-то. Всех с Новым годом. Страна FM, Мебель Парк. Вы замечательные. Ваня. Ванечка. Всем привет. С наступающим. Я счастлив. Маму как зовут? Женя. Мама Женя, привет вам большое. Сын ваш, смотрите, какой красавчик победитель. Друзья, ну а мы ждем следующих игроков в студии телерадиоканала «Страна FM» и продолжаем наше замечательное новогоднее приключение Маши и Никиты или «12 стульев на новый лад». Не переключайтесь. Общественно обогащающее шоу «Новогодние приключения Маши и Никиты» или «12 стульев на новый лад». Только на «Стране FM». Я не богат, но чувствую себя словно миллионер. Глаза горят, когда себя ловлю я на мысли о ней. У нас полбака бензина и два пылающих сердца. Мы мчим по куполам синим, вдали от сплетен и версий, запечатляя моменты, ловим ветер руками. Город дышит огнями, танцы под облаками. Снова путаем ночь и день, и рассветы закатами, чтоб эта жизнь стала больше, чем тире между датами. Снова путаем ночь и день, и рассветы закатами, чтоб эта жизнь стала больше, чем тире между датами. Страна FM. Реклама. И сказал дед. Таких низких цен, пожалуй, нигде нет. Новогодняя распродажа в торговом центре «Мебель Парк» Румянцево, Киевское шоссе, 500 метров от МКАД. Страна FM. Телефон рекламной службы. Плюс 7-495-276-1224. Самое твое, твое моим не будет. Я без тебя, я без тебя. Я без тебя не знаю, как прожить и дня. Я жду тебя,
тут я проложила маршрут. Дороги, дороги, дороги к тебе ведут. Туда, где ты, туда, где ты, туда, где ты, мои мысли, я готова идти. Я буду ждать там, где музыка по швам. Дороги, дороги, дороги пополам. Мы выбираем, нас выбирают, мы выбираем. Музыка без остановки играет, играет, играет. Все мое твое, твое моим не будет, а мне все равно. Пускай будет, как будет. Снова мы, во мне играешь ты, музыка моей мечты. Я буду петь тебе всегда. Музыка, 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 я твоя. Я твоя, с тобой готова идти. Мои мысли и песни им по пути. Им по пути, где музыка по швам. Дороги, дороги, дороги по полам. Все было твое, твое мое не будет. Бузы, бузы, бузы. Все мое твое, твое мое не будет. И снова мы с тобой, во мне играешь ты. Я буду петь тебе, музыка моей мечты. Я хочу поделиться с тобой сильным чувством. Во мне играет эта музыка. Нам по пути с этим ритмом и в ритме. Пускай будет, как будет, говори мне. Мы выбираем, нас выбирают. Мы выбираем. Музыка без остановки играет, играет, играет. Все мое твое, твое моим не будет. А мне все равно. Пускай будет, как будет. Новогодние приключения Маши и Никиты или 12 стульев на новый лад. Ну и снова всем здравствуйте, друзья. Действительно, это телерадиоканал «Страна ФМ». И у нас в прямом эфире идет финал нашей игры «Новогодние приключения Маши и Никиты» или «12 стульев на новый лад». Мы проводим ее вместе с нашими замечательными представителями мебель-парка Еленой и Татьяной. Они пристально следят за тем, чтобы все было замечательно. И сейчас в студии, прямо здесь у нас находятся новые претенденты-игроки. Это Дмитрий и Александры. И я хочу вам сказать, что стульев всего только 6. И шансы выиграть айфон повышаются. Айфонов 2 осталось в стульях. Остальные замечательные призы от мебель-парка. Так что, ребята, удачи вам желаем. Спасибо. Ну что ж, давайте начнем с Дмитрия. Он нашел нас 7-м. Итак, все по очереди. У меня в руках вот этот замечательный канцелярский нож, который будет, скажем так, ножом судьбы для тебя. Выбирай стул, а я буду его разрезать. Кого резать? Да, кого резать? Кого резать? Давайте вот этот. Вот этот зеленый, прекрасный, замечательный стул. Я разрезаю, ты разрываешь. Итак, разрезаю, а ты рви, рви и показывай, что же там внутри. Ну, что там, что там? Вот так вот, что это такое? Айфон! Друзья, я не верю! Айфон! Да ну, проходи, пожалуйста, за стол. Да ну, не верю своим глазам. Так, подожди, у нас остался еще один айфон и 5 стульев. 5 стульев и еще один айфон. Саша. Александра. Саша, я прям, вот я не знаю, что я... Я прям волнуюсь очень за тебя. Вот этот. Вот этот. Итак, я разрезаю. Точно, а может вот этот? Нет, следующий. Точно вот этот? Точно, 100%. Вот этот фиолетовый красивый, да? Ну давай, все, режь. Разрезаю. Саша. Саш, давай, ну ты можешь. Итак, давай, рви его. Рви, что же там внутри? Что же там внутри? От, доставай, вот, сертификат, что тут написано, подарок. Великолепный подарок от мебель-парка. Подходите, пожалуйста, на свои места.
Ох, друзья, волнительно, действительно, вон Дима уже весь вздыхает. Так, ну что, Дим, пока тебе девочки вручают айфон, давай скажи какое-нибудь хорошее слово. Ой, хочу сказать огромное спасибо Страна FM, слушаю каждый день в машине, очень замечательное радио и Мебель Парк, конечно же, я делаю там... Делаю ремонт у себя, и Мебель Парк – это отличное место, где можно все купить в одном месте. Так что вот так, большое. Друзья, рекомендация от победителя Дмитрия. Идите в Мебель Парк. К нам еще. Покажите айфончик, очень хочется поглядеть. Дима, Дима, доставай айфон. Доставай. Оп. Ну, конфетки давай потом, ну давай. Айфончик. Мы тебя поздравляем. Спасибо. Итак, теперь приз Александре. Что же достанется, Саша? Я передаю, что там такое? О, что это такое? Дизайн. Очень красивая лампа. Ну, я думаю, что это теперь ваша семейная реликвия будет. Да. У Саши большая семья. Ее сейчас вся родня из Курска смотрит. Давайте им привет передадим, Саш. Всем привет. Спасибо тем, кто болел. Ну, как-то так. Им все, что ли? А родней из Курска привет. Родней из Курска, маме, сыну, дочке. Скоро приеду. Вот, конечно, спасибо большое Мебель Парк, что придумали, вот как-то организовали вот это все. Страна FM я вообще не один год уже слушаю, ну как-то вот собралась первый год. Спасибо. Поздравляем, Саша. Что пришли, Саша отвоевала свою победу. Друзья, ну а мы вам хотим сказать, что стульев осталось всего 4. И всего один лишь iPhone. Один айфон где-то зашит под обивкой одного из этих 4 стульев. Вы, пожалуйста, оставайтесь с нами, не переключайтесь никуда. И скоро мы продолжим розыгрыш нашей замечательной игры «Новогодние приключения Маши и Никиты» или «12 стульев на новый лад». Общественно обогащающее шоу «Новогодние приключения Маши и Никиты» или 12 стульев на новый лад. Только на Стране FM. Новогодняя Страна FM. Ты сегодня не пришла. Я долго думал, почему. Может, что-то упустил или где-то был неправ. Может, ты не поняла. Так хочу тебя набрать, спросить, как твои дела. Но мы знаем наперед, кто-то трубку не возьмет. Я держу себя в руках, и только свет далекий манит одинокого окна. Я под окном. Yeah.
Новогодние приключения Маши и Никиты или 12 стульев на новый лад. Ну что ж, друзья, всем привет! Подключайтесь к видеотрансляции, потому что прямо сейчас у нас проходит финал нашей новогодней акции «Новогодние приключения Маши и Никиты» или «12 стульев на новый лад». Да, стульев осталось уже не 12, а всего лишь 4. Но в нем зашит еще, в них зашит еще один айфон, а также замечательный приз от Мебель Парка. И у нас в студии уже пришли Анастасия и... Я забыла, как тебя зовут, Антон. Ну что, как Антон. я могла? Анастасия и Антон это те люди, которые тоже... Это человек, который служил в ВДВ и танцует хип-хоп, на секундочку. Друзья, если вы хотите посмотреть, как это все происходит, подключайтесь прямо сейчас к Триколору, 742-я кнопочка, а также скачивайте приложение «Страна FM» в своих мобильных устройствах и на сайте в разделе телевидения «Страна.FM». Заходите, милости просим, узнаем. Итак, Антон, Анастасия, вы готовы? Конечно. Поджилки трясутся? Нет. Да. Отлично, это все правильно, отлично. Сейчас поджилки затрясутся. Еще больше, потому что в руках у меня появляется этот нож. Так, никого не подставляй его, пожалуйста, никому. Итак, какие у нас Антон номер 9, Анастасия номер 10, поэтому Антон с номером 9 проходит со мной к этим стульям. Итак, Антон, скажи, пожалуйста, какой стул тебе больше нравится? Давай вот этот. Вот этот, вот, да. Фиолетовый. 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 Итак, смотри, я режу, а ты своими сильными ВДВ руками начинаешь его рвать. Давай. Так, чтобы летели клочья вот здесь. Давай, стул как вам? Нет, не надо, не надо. Студия дорогая. Итак, я режу, разрезаю. Ох, прошу, ребята, прошу, Антон, давай, собирает, давай, 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 доставай сертификат. Что же там такое? Ну, iPhone, 100% вот iPhone. Так. Квартира! Квартира! Квартира на программах, боже мой! Как тебе поездок? Что ж там такое? Подарок. Подарок, подарок. Ну ты не расстраиваешься? Нет. Знаешь, какие подарки классные у Мебель Парка? Вообще от нас. Итак, в принципе, там можно жить как в квартире. Подходи, пожалуйста, ко мне и выбирай стул. Какой тебе больше нравится? Их осталось 3. Зелененький, оранжевенький и вот такой вот симпатичный фиолетовый. Какой выберешь ты? Какой? Настя, ну, ну выбирай, 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 выбирай. Давай. Выбирай. Так. Вот, вот этот, вот этот замечательный... Терракотовый, я бы сказала, стул. Терракот, хорошо. Я же говорил, что я дальтоник. Я знаю, поэтому я... Итак, разрезаю. Настя, ой, рви! Давай, рви! Так, итак, что там нашел? Такое? Быстрее доставай и показывай. Подарок. Подарок! Подарок! Друзья, все оподарочные, скажем так. Оподарочные, однозначно. Итак, замечательные представители Мебель Парка, Татьяна и Елена, сейчас вручают призы Антону и Анастасии. Ребят, ну а с вас доброе слово, да? Спасибо, ребята, вам за этот конкурс. И Мебель Парк большое спасибо. Он очень большой, когда я заблудился в нем. Я вам рассказывал. Я помню, да. Все там мы блудились и неоднократно. Спасибо вам за этот конкурс. Спасибо Антону большое. Давайте подарок Антону. Да, давайте подарок Антону. Что достается Антону? Итак, вот. Что там внутри? Давай. Хрусталь? Фарфор? Что это такое? Аккуратно, аккуратно. О, боже мой! Это в новую квартиру. А, это в новую квартиру? Это в ту самую на Багамах, да? Значит так, ребята, Антону достался графин. Очень красивый, дизайнерский. Поэтому в новой квартире, о которой ты мечтаешь, мы тебе ее желаем всячески. У тебя будет из чего гостей угостить в Новый год. Итак, Настенька, с тебя какое-нибудь вот прям, как вот ты, такая же хип-хоп, нежное слово. И вообще. Хочу тоже всем сказать большое спасибо, особенно вам, за такой прекрасный конкурс. Ну, и я всех поздравляю с наступающим Новым годом. А привет тому, с кем ты искала стул. Лёшке большой привет! Лёшка, тебе привет! Из студии «Страна FM». Ну что ж, Настёк, смотри, что там за подарочек? Так, мне вот любопытно каждый раз, как у ворон, открываем знаешь. Пакет. Держу. Что же там в этом пакете? Замечательно. О-о-о, ничего это, себе! Это стакан, шикарные правильно? Шикарные стаканы дизайнерские. Это дизайнерские стаканы, потрясающие, красивые. Ну что ж, друзья. На новогодний стол поднимать бокалы. Ну а мы продолжаем. Друзья, стульев осталось совсем мало, всего два, но в них есть один айфон. Так что потираем ручки и ждем продолжения банкета. Оставайтесь с нами. Общественно обогащающее шоу «Новогодние приключения Маши и Никиты» или «12 стульев на новый лад». Только на «Стране FM». Сказал, а ты не слушай и не шагу назад.
тебе, ничего себе. Покажи им всем, покажи им всем. Покажи. Кто тут свеж? Нет, ну кто тут свеж? Ничего себе. Покажи им всем, что ты чувствуешь. То самое чувство, когда ты круче всех. Новогодние приключения Маши и Никиты или 12 стульев на новый лад. Нет, подо мной айфон. Вот нет, я сейчас подо сижу мной на айфон. Стуле, прям чувствую, что вот айфон подо мной. А понимаешь? Я думаю, что под в моем стуле зашит айфон. В любом случае, ребята, айфон только в одном стуле. А стульев осталось два. И два финалиста, которые прямо сейчас стоят в нашей студии. Кстати говоря, в нашей студии всех по двое. Два стула, нас двое, Маша и Никита, Покровская и Некрасов, двое наших финалистов и двое представителей очаровательных мебель-парка. Так, всем привет, у нас прямо сейчас привет, в студии привет, привет. Демьян и Андрей, правильно помню? Да. Меня память не подводит даже, смотрите. Друзья, я напоминаю, что у нас прямо сейчас в прямом эфире продолжается финал нашего супер-новогоднего шоу «Новогодние приключения Маши, Никиты» или «12 стульев на новый лад». А вы можете это все посмотреть своими глазами воочию на Триколоре, 742-я кнопочка. Ну, а еще в любом приложении мобильном «Страна FM» скачайте. Ну, и на сайте strana.fm в разделе телевидения. Итак, парни, у вас сейчас суперответственная миссия. Суперответственная, потому что стульев два, вас двое, и iPhone только в одном. Из стульев. Уважаемые слушатели и зрители телерадиоканала «Страна FM», сейчас очень ответственный момент, потому что iPhone 7 достанется только одному из наших финалистов. Но так как Демьян был в последний день первым, а Андрей вторым, Демьян выбирает стул первым, а Андрею достается последний оставшийся стул. Это же понятно, ясно, да? Итак, Демьян, вот мой нож. Вот эти стулья, они не мои, они мебель парка, и в них зашиты сертификаты на предмет. Какой стул ты выберешь? Вот этот вот. То есть тот, на котором сидел я. Ты думаешь, в нем зашито? Отлично. Итак, я разрезаю. Бери зеленый, Демьян. Раздирай этот стул быстрее. Итак, что же там такое? Андрей, я прошу. Андрей, ты парни стул хотя бы красиво вообще, просто так, чтобы подарок. Итак, этот, знаешь, Андрей, хрыщ был прям. Может быть, 5 айфонов, надеется Андрей. А может быть, будет в подарок автомобиль. Итак, Андрей, я разрезаю обшивку этого последнего стула. Разрываю его, и что же там? Что же там внутри? Давайте посмотрим. Сюрприз сейчас будет. Сюрприз. Заяц.
Вот это первый мужчина, который вырвал из стула все. Отлично. Подарок. Подарок. Вот, проходи, пожалуйста. Сюрприз какой. Сюда, к нам за стол. Ну что же. Ох. Слушайте, натерпелись мы, да, ребят? Ну вот честно. Потому что было прям горячо. Демьян, поскольку ты седьмой айфон первым, так сказать, вытащил, мы тебя поздравляем. И тебе слово. Знаем, что твоей семье можно передать кучу миллиардов приветов и пожеланий всего лучшего. Но сделай это сам. Спасибо всем, спасибо Мебель Парку. Огромное спасибо. Вот, он очень большой, очень огромный. Я там чуть не заблудился, конечно, но мне жена помогала. Да. Вот, жене и подарю iPhone 7. Отличный новогодний подарок. Как зовут жену? Давай еще раз привет. Наталья сейчас. Посмотри на этого героя. Только она, это твой муж. Ждет, тоже волнуется за мужа, понимаете? Как итак, и все мы. Да. Вручаем Демьяну. Его поздравляем. Покажи, что жене-то подарим в итоге. Так. Доставай. Вот он, красавчик! Вот он, видите, не обманывались. Седьмые айфоны, как и говорили. Андрюш. Тебе слово. Спасибо всем организаторам. Мероприятие было великолепное. Со стороны Мебель Парк, со стороны страны FM. А ведущие замечательные. Всем спасибо. Хотел передать привет всем, кто меня знает. Екатерине Жульен, конечно же, своей девушке. А, Денису, Пашке, ну всем друзьям. Спасибо большое. Привет огромный вашим друзьям! Что же за подарок мы приготовили Андрею? Ковер-самолет. Ковер-самолет! Я же говорила, автомобиль, ребят, ну совсем близко. Спасибо. Кому квартира на Багамах, а кому ковер-самолет. Модный, кстати, очень. Ну что ж, друзья, последние двое финалистов получили призы. 12 стульев разодраны в клочья, подарки вручены, 4 айфона мы разыграли среди наших слушателей. И это не последняя акция на телерадиоканале «Страна FM», друзья. Так что внимательно следите за нашими эфирами. Ну а мы сейчас передаем слово Елене Кузнецовой. Это коммерческий директор Мебель Парка. И, конечно же, Татьяне Амелиной. Это директор по рекламе Мебель Парка. Прошу вам слово. Друзья, партнеры, телезрители, радиослушатели, поздравляем всех с наступающим Новым годом. Всем здоровья, счастья, любви в Новом году. Новых друзей, новых встреч, новых идей, новых побед. До встречи в Мебель Парке и на стране FM. Правильно, точно. Здорово. Лен, я бы хотела поздравить наших финалистов. Молодцы. Все были настолько с таким энтузиазмом бегали по нашему мебельному центру. Хочу поздравить с наступающим Новым годом всех телерадиослушателей. Коллектив страны FM, который помог нам в организации этого замечательного розыгрыша. Всем спасибо. Ура! Спасибо большое, Танечка. Спасибо Мебель Парку за то, что они сделали с нами такую умопомрачительную, сумасшедшую абсолютно акцию, даже я бы сказала квест. Да. Ну что ж, друзья, на этом все. Новогодние приключения Маши и Никиты завершены. Все стулья разорваны. Подарки и призы всем мы раздали. Айфоны, конечно же, тоже. Но это, конечно, естественно, не последняя игра, которая будет проходить на волнах нашего телерадиоканала. Следите за эфирами. Ну и очень скоро все итоги появятся на сайте. Антон и Полина, мы сейчас для вас разогрели публику настолько, что вы просто должны отжечь в эфире. Всем пока, ребята! До свидания!